Днем 18 октября на Соборной площади прошел торжественный старт сразу двух соревнований по ралли-рейдам. Первый – это четвертый этап чемпионата России. Второй – также четвертый этап открытый чемпионат Ульяновской области «Холмы России 2019». Из центра города на гоночные трассы отправился 51 участник, которые съехали сюда практически со всей страны и даже из соседних государств. Не добралась только легендарная команда «КамАЗ-Мастер», которая сейчас готовится к ралли «Дакар» и «Африка Эко-Рейс». В течение трех дней гонщики будут покорять Ульяновское бездорожье на самом разном транспорте, поделенном на 4 класса – от УАЗов, спортивных газелей до гоночных мотоциклов. Всего будет 5 спецучастков. Сегодня первый спецучасток, короткий достаточно пролог. Ну, простонародье можно еще сказать, что это квалификация, согласно которой будет завтрашний старт второго ИСУ. Завтра две круговые гонки, где-то по 170 километров с копеечками. Вот. И послезавтра в Теренгульском районе тоже два спецучастка в общей сложности почти под 300 километров. Естественно, участвуют в этом этапе и ульяновские гонщики. В этом году про них можно сказать, что они на хорошем счету. Наши спортсмены в этом сезоне уже стали обладателями Кубка России, его призерами и брали призы на предыдущих этапах чемпионата. Пожелаем же удачи всем, кто отправился из центра Ульяновска на гоночные трассы, и будем надеяться на победу наших. Игорь Улитин, Даниил Сурков, новости Управда ТВ.